Творческое объединение «Шереметьев-центр» открывает новый сезон выставкой фоторабот Александра Иванникова. Многие знают этого человека как щедрого мецената и почетного гражданина города Иваново. Но мало кому известно, что его персональные выставки знамениты по всей стране. В Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде, Симферополе. В этот раз, поскольку провокационное событие 60 лет вдруг, недавно обнаружилось, что мне вот исполнится, вот возникла мысль, вот на момент вот этих дней провести выставку. Сначала у нас в классике, потом Евгений Николаевич предложил переместить ее сюда. Вот поэтому она вот такая несколько экспромтом и неожиданная. И собрала она здесь работы с разных выставок разных лет. Всего на выставке более 40 работ. Здесь можно увидеть экспозиционно выверенные живописные фотокартины, городская архитектура, русские деревеньки, бескрайние леса, моря и горы. Отдельного внимания заслуживают фотографии мгновения. Часто именно так их называют художники. На всех этих работах словно застыло время. Сам автор признается, считает себя любителем, потому что любит то, что снимает. Изучил все, что там есть по теме фотографий, и по жанру, и по технике, и по искусству. Вот. Ну и потом долго к этому присматривался. А далее, конечно, значит, в интернете очень много вещей, очень много замечательных книг, которые приобретают или мне дарят. Вот. И вот как сегодня подарил Олег Иванович Кравченко свой отчет за какое-то, наверное, большое время, очень много репортажей. Конечно, мне это интересно, и, наверное, что-то здесь тоже для себя найду. Совсем недавно Александр Иванников стал членом Союза фотохудожников. Коллеги спрашивают советов по композиции, а опытные художники предлагают взять в руки кисть и начать творить уже на холсте. Но пока объектив фотоаппарата Александру Иванникову ближе. К юбилею фотохудожника гости приготовили много подарков, начиная от небольших приятных сюрпризов и заканчивая задушевными песнями и даже стихами по мотивам фотокартин. На старом знакомом причале все будто застыло в печали, безлюдно лишь шепчется море, нет паруса в синем просторе. Новый выставочный сезон в Шереметьев-центре уже 26-й, и, как обещают организаторы, скучать посетителям не придется. Ну, конечно, будем отмечать и готовиться к столетию губернии нашего университета. Также и хор Шереметьев-центра уже завтра начинает концертный сезон в Ярославле. Ну, а в Иваново мы дадим первый концерт в октябре месяце. Удивительные фотокартины можно будет увидеть до 26 сентября, а следующую выставку здесь планируют посвятить учителям и ученикам. Она пройдет в октябре. Мария Попова, Анатолий Логинов, РТВ Иваново.